состоялись очень конкретные, затяжные переговоры, но время было потрачено не зря. Все согласны с тем, что у нас есть основа для совместной работы, для того, чтобы сообща определить параметры решения иранской ядерной проблемы на основе выполнения тех требований, которые содержатся в решениях МАГАТЭ, Совета управляющих МАГАТЭ и в резолюциях Совета безопасности ООН. Решение было принято продолжить переговоры, это будут делать политические директора. Министры согласились с тем, и это общее мнение и членов группы 3+3, и министра иностранных дел Ирана, что работа будет вестись на основе принципа поэтапности и взаимности. Это принцип, который российская сторона довольно длительное время продвигала, и вот теперь он уже окончательно взят за основу той работы, которая будет вестись по подготовке совместного документа группы 3+3 и Ирана. Подчеркну еще раз, наша конечная цель – обеспечить полное выполнение решений Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ. И хотел бы отметить в заключение лидирующую роль, которую сыграла делегация Соединенных Штатов Америки во главе с Джоном Керри по продвижению подходов, которые были бы приемлемы для Ирана. И мы считаем, что это имеет особое значение на данном этапе. Не по всем деталям, разумеется, удалось договориться, но настрой на конструктивную работу присутствует у всех. И, как я сказал, думаю, в ближайшее время будет объявлена очередная дата встречи политдиректоров, которые уже будут работать над совместным, подчеркну еще раз, документом.